12 часов в воскресенье, в это воскресенье, давайте все вместе встретимся возле парка имени Тараса Шевченко и все вместе сделаем еще один шаг к освобождению страны от предателей, лицемеров и воров. Я хочу сказать чуть больше про войну. Война идет уже 4-й год. И мы прекрасно знаем, те люди, которые умеют критически мыслить, почему это продолжается. Потому что, с одной стороны, не введен военный стан. С другой стороны, у нас до сих пор не построено ни одного патронного завода. С третьей стороны, постоянно страну сотрясают скандалы, когда украли на закупках топлива, украли на ремонте техники, украли на том, что вместо того, чтобы склады привести в порядок, они взрываются, и каждый раз со взрывом склада в повитре вылетает очередной миллиард долларов. Мы видим, что хлопцам запрещают защищать свою землю. У нас официально установлено в лапках, что Путина победить военным путем нельзя. У нас до сих пор безнаказаны генералы и офицеры, действия которых системно приводили к организации военных поражений и котлов. Мы видим, что тюрьмы забиты добровольцами, а не только добровольцами, кадровыми военнослужащими, а сепаратисты и люди, которые сдавали Донбасс, мэры, начальники милицейских участков на свободе. Мы все хотим, чтобы прекратился беспредел, чтобы лица, которые беспредел организовали, понесли наказание, чтобы их имущество, которое награбили, было конфисковано и отдано людям. Под лежачий камень вода не течет. Поэтому давайте все вместе спокойно, мирно организуемся и встретимся в очередной раз в это воскресенье в 12 часов в парке имени Шевченко. Нас будет еще больше, я абсолютно уверен. До встречи.